Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Теперь я трех варваров убил. Обработка бронзы ускорена, отлично. Все-таки, блин, вот тут железо. Ну ладно, это, кстати, к лучшему. Это наука еще дополнительная получается для нас. Так, тут мы монументальность, естественно, берем. Блин, надо, наверное, вернуться. .132 военная мощь у Нидерландов мне не нравится. Дед, а что это у тебя 132 военная мощь? Планирую защищаться. От Рима? От кого? И от Рима тем более, да. Ну, мне от перса возвращаться к тебе. Не, мне что-то кажется, что он скорее на меня тут где-то сейчас пойдет. Военная мощь пригодится в любом случае. Надо как-то тут, не знаю, посмотреть, что ли. Но не могу пройти пока. Блин, а где у нас лошади? Вот здесь. Надо в верховую езду идти. А, я знаю, как проверить. Просто дружбу ему кинуть. Это будет... А, у него дружба с Римом. Подожди, так он воюет с кем-то. Перса, что ли, пилит с двух сторон? Дед, предложение. Угу. Походу, он перса там забирает просто с другой стороны. Вот и вся... Военная мощь. Не знаю, он только через один город тут может ко мне пройти. Тем не менее, надо держать ухо востро и контролировать эту всю фигню. Конечно же. Блин, может рабочего тут купить? 40. Ну, просто надо быстрее пшеницу обработать, чтобы быстрее ресурсы на роскошь. А этим рабочим тут, то есть вот эти две пшеницы обработаем. Тут... Так, надо еще придумать, куда мы там савон будем ставить. Сверы, зашибись. Вот теперь я точно покупаю. Так, а посел сколько стоит? 95. Не, лучше рабочего. Так.
Хорошение. Следующим ходом будет ускорено. Что он кардив захватывает. Ну, кстати, нормально. Так, что там с пророком? Читает еще Элеонор, значит, нам надо еще почитать. Подождите, три хода. А так четыре. Ну, иначе Элеонора первая возьмет. Хотя... Он читает проект. Ну, у нас три хода проект читается. На четвертый он все равно, получается, на четвертый я все равно ход беру, получается. Или на третий. На третий ход я беру. Даже если он за три хода читает, он не возьмет. Хотя, блин, вот... Ой, ладно. А у меня нету карточки на поселенцев. Вау. Вот это... Не чаканка некая. Привет, Андрей. Привет. Блин, он меня так убьет вообще-то. Подождите, а у нас как на... Ну, 5 человек на одном континенте и 3 на другом? Или Англия где-то отдельно? Ну, Англия с нами. Походу, похоже на то. Ох, как балансануло-то. Блин, все политическую философию нашли и открыли. Интересно. Так, вот тут у нас... Поселенцев. Блин, может все-таки почитать проект? А, Египет и тот самый и араб. Вам помочь там с этими лагерями наверху? Ну, я свой забираю, да, наверху. Я просто в эвке стою воином, меня тут бьются. Короче, вы там сами разбираетесь, не туда. О, а что это я тут пропустил, правильно? Вот эту... Нет. Руину. О, слава богу. Так. Дед серой крысе ты заплатил, да? Нет. А, последний заряд надо обработать, конечно же. Разумел, если я обработаю, захватит варвар, но так последний заряд у рабочего, то зашибись как раз. Так. Создание поселенцев не уменьшает их в городе. Тут ставим на создание поселенцев. Это вообще не то, что хочется делать, если честно. Окей. Еще религия. Ой, религия. Счастье. Хороший был город Кардив. Ну, пока еще есть. Что-то мне кажется, что он ненадолго такое, нет? Не факт. Посмотрим, как получится.
Уверен, обгонит меня англичанин. Хотя это сейчас зависит от того, он только этим ходом, если, наверное, возьмет. Потому что следующим точно я буду брать. Получается. Ну, потому что в лобби выше. То есть ему надо сейчас начитать. Чтобы у него было. Ребят, напоминаю, что великих людей не пропускаем. А он уже взял пророка. Фак. Что-то я пропустил. Ну, не, так нормально. Он не взял трудовую дисциплину. Так что нормально. Кто-то вылетел. Да это он, я думаю, не закончился. Да, побежден. Неизвестный игрок побежден. Спасибо за игру. Да, вам удачи. Больше удачи, чем мой старт. Это кто там такой Вармургер? Вармургер. Рим. Осуждаю. Ну, это похоже на Рим. Немец, уберешь своего скаута, пожалуйста? А которого? Да-да-да, убираю. Он у меня там. Да-да-да. Так, куда я хочу? Раз, два, три, вот сюда. Дед, открытые границы дашь? Да нет, ты мешать будешь. Позже. Так, тогда сюда пойдем. Блин, тут надо подумать. Один ход я могу над Савоном подумать. Ну, священку я хотел вот туда, по-моему, ставить. Тут будет плюс 4. Тыре, кстати, только леса не вырубать. С Савоном что? Тут еще, кстати, шанс город поставить. Наверное, все-таки Савон сюда буду. Потому что тут еще есть шанс город. Ну, соответственно, эти клетки оставим для каких-то других районов. Египет, меня тебя районов. Будет научный союз. А, меня слышно? Да. 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 А, окей. Египет, наверное, пошел. И я тут, я слышал. Тебе подходит? Смотрим. Так, где у нас? Да, сизм. Не могу сказать, какой и как. Трудовая дисциплина и наука за каждых последователей. Я бы, конечно, культуру взял, но ее уже взяли. Наука-то у нас и так вроде должна быть неплохо. Ты как, ислам предпочитаешь или алкоголизм? Я предпочитаю быть независимым в своем выборе. Минус Кардифф. Так, ну я тут вырублю лес. Ой, лес, камень. Чтоб Савон быстрее построить. Почему у нас в Англии и в Корее религия? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Я тоже не понимаю, а что не взять религию, да? Учитывая, что я взял защитника, как бы так спокойнее играется.
Так. Шли, наверное, сюда этим скаутом. Эту руинку собрать. Красители обработаны. Кстати, а где мы в Янсане будем? И, ну, я вообще думал тут храм Артемиды вот здесь построить. Ладно, пойдем сюда. Вырублю камень тоже. Но он теперь тут не нужен. Так, я сюзерен Валетты. Я могу завести. Но у меня пока не так много веры, чтобы покупать что-либо. Я лучше поселенцев, конечно же, буду. Так, а здесь у нас один ход. Откладываем, чтобы священку построить. Давайте, наверное, пока деньги. Меня больше прикалывает, что у Леоноры 34 науки. Он какие-то, блин, кампуса как не в себя ставит. Нет, один кампус. Ну так там от гавани, наверное, Free Inquiry просто взял. Угу. Очень похоже. 34 науки. У Рима я еще понимаю, откуда. Этот 34 науки нафигачил уже. Осуждаю. Так, сколько у нас стоит? 115, сейчас я построю, будет 125. Может просто строить их, а покупать поселенцев, рабочих? Наверное, так и надо. Вот тут надо будет вырубить лес. Так, тут мы оставим. Ну, все тропические леса оставляем, потому что они у нас соседство для... А, блин, так я уже здесь не сделаю тогда ромашку. Ромашку, походу, где-то вот тут надо будет делать. Так, слабое извержение. Ну, тут будут улучшаться клетки постоянно. Ладно, пора, наверное, уже апать этих ребят. Так, теология. Ставим писание. Рабочих я буду просто покупать, как я и сказал. Так, а Сингапур производство закажет иностранную цивилизацию. Вот это интересно. У него задание торговый путь. Нет, торговый путь вряд ли. Вот у меня с культурой, по идее, должно быть плоховато. Поэтому надо подумать о театралках, наверное. Надо, кстати, вот сейчас вырублю тут камень.
лес, тут шахту сделать и пойти. То есть вот этим я пойду тут лес. Ну, сейчас я еще одного сразу поселенца поставлю делаться. Тут, кстати, тропические леса надо будет вырубать вокруг, потому что у нас либо фермы надо вокруг Савона, либо шахты всегда ставить. Так, значит, сразу еще одного поселенца делаем. Сразу два посела готово, вау. Так. Немец сделка. Секунду. Наверное, на кукурузу поставлю. Этого отправлю вот сюда открыть все. Так, ну и этого, наверное, на это озеро. Или вот сюда, на реку. На реку, наверное, потом на озеро. Так, пойду. Так, ну, наверное, святилище, может. Или ладно, давайте торговца. Ну, нужно деньги ускорить. Кайф. Кликнул вот сюда и куда пошел дуболом. Нормально вообще. Я думаю, надо военную традицию открыть и кавалерию построить парочку. Тут, конечно, читы от Кореи подъехали. Да, я бы куда-то сюда ставил город сейчас. Туда все-таки лояльность мешает. Надо будет все-таки там убирать, я думаю. А вот здесь где-то вот тут... Делать, похоже, ромашку надо будет для Кванжу. Ну, блин, другая проблема, что тут рядом голландец, то есть он эту ромашку поломать очень легко сможет, если захочет, что тоже не очень хорошо. Так, наверное, давайте тут строить пока строителя. Или амбар пока сделать. Я бы хотел строителей за веру покупать скорее. Стены я бы в Кванжу строил. Древние. Блин, короче, я опасаюсь голландца, вполне может на меня нападать.
Давайте из Кванджу в Кёнджу, в столичку. Приближаются варвары. Боюсь, боюсь. Так, один ход. Я, наверное, отложу. Я хочу эти построить. Всадников. Отложу на один ход здесь. Что-то война закончилась, тихо стало. Я бы не сказал, что во время войны было громко, я даже не знал, что они воюют, пока там уже не узнал, что столицы нет. 9 ходов. Ну, короче, нам за 9 ходов надо армию сделать. Очень просто. Все, когда вы играете в ЦИВУ и видите, что у вашего соседа армия большая, вам надо делать армию, чтобы он просто, ну, у него не было желания на вас напасть. Когда у вас армия в два раза меньше, как у меня сейчас с дедом, то, ну, кто его будет винить, если он на меня нападет? Правильно? У соседа армия в два раза меньше. Чего не напасть? Так, давайте мы пока... Ну, хотя уже плюс какой 5. Какой бесполезный ученый выпал. Блин. А все равно я его получу. Похоже, к сожалению. Так, ну карточку надо менять. Я просто думаю, может, хотел поменять античную республику. Типа, чтобы не 2 и 3, а 2 добавлялось. Но все равно, даже если 2 будет добавляться, то я набиваю. Поэтому... Так, поселенцев оставляем, плюс 5 надо убрать, а поставить юнитом кавалерии и, соответственно, здесь всадников. Или, блин, тяжелую колесницу лучше. 28, блин, 36. Просто кусок. Давайте горы. И то, и просто то. Кругу стоят горы, в середине по-любому есть что-то. Построю. Если только про Нанмадол торговца, торговый путь. Блин, короче, мне надо тут держать скаута, следить за Нидерландами. О, куда упала? Блин, далековато. Конечно, попытаюсь конем сбегать, но далековато выглядит. Саладин, можешь убрать своего этого разведчика, там, где у него стоят лучники? Спасибо. Так, висячие сады. Англия построила. Хотя, кто в каком веке у нас? Дед в обычном.
Так, а арбалеты у нас где? О, слушайте, надо прям в арбалеты идти. А, и ученичество через вот это открывается, вау. Так, ну слушайте, давайте деньги откроем, увидим, что здесь у нас. Ну, я в арбалеты пойду, несомненно. И в Кванжу надо стены строить. Стены и арбалеты. Так, а на стены как раз у нас тут... Фиг мы что откроем, да, чтобы быстрее. Так, тут просто лук. А, не, значит, не буду пока вырубать здесь лес. Хотя тут у нас тоже луга. Блин, в Кенджу больше негде ничего вырубать. Вот тут, наверное, если только построить шахту, рудник. Мистицизм, открою, беру карточку на строительство лошадей. Еще один предложение. Так, и что-то у нас открылось следующее. Замки, форма управления с шестью ячейками. Ну, я бы, вот, честно говоря, открыл машиностроение и прям в ученичество пошел. Да, кстати. Ой, а что у нас промышленное производство от оливок дает? По-моему, деньги. Или жилье. Ну, нормальное что-то такое. КЛМН оливки плюс риск гражданских юнитов. Слушайте, надо сделать. Сколько стоит у нас тут рабочий? О, покупаем. По пути. Не, даже, наверное, не по пути надо сразу. Это же гражданские юниты, это же поселенцы тоже. Вообще-то. Блин, нам бы в Сеул религию распространить. 10 ходов, да, сизм 7, 5. Ну, слушай, может, сама распространится. Все-таки вокруг столицы. О, замки, господи. Но это вообще, конечно, просто прямой наводкой в ученичество идем. Так, тут построили эту фигню. Тут стены начинаем. Я думаю, что он поселенцы где-то здесь, по побережью будут ставить. Потому что там я видел поселенца в Кардиффе. Мне даже интересно, ну-ка, поселенец 4 хода, а так 3 хода. Нет, ну это охренеть. Это, кстати, тоже очень в тему. Очень в тему. Так, город. Пока еще никто не забрал. Англичанин. Ливерпуль, конечно, ладно. Я
Ну, ты можешь в нем лес не вырубать, который рядом с моим... с моей священкой? Грего? Ну, окей. Я, конечно, не против города, но... то есть ты, у меня просто минус один тогда будет. Каждая вера важна. Ну а чё? Ну, у меня трудовая дисциплина. А, ты трудовую. Руби, руби тогда срочно. Вместе со священкой. Желательно так, да. Заходящее солнце. Так, 13 очков, 13 ходов до следующей эпохи, и мне 8, по-моему, очков. Нет, 10, наверное. 9. 9 очков до золотого века. Отлично. Стоунхендж, Колизей. Ну, один сделал, как могу тебе варвара убить. Кстати, в Кахоке и Самарканд не рекомендую отправлять, пошло. Священка построена. Обращаются вообще, нет? Да, нам придется прекратить торговать. Наверное, амбар. С кем? С Египтом. А тебе зачем Кахоки? Ну, хочу посетить Кахоки. Ну, надо будет это обсудить. Ну вот откуда он может нападать, если он заходит? Ну, тут я вроде вижу, то есть вот тут надо стоять. Но я уже не думаю, 159. Сейчас у меня еще следующим ходом будет еще больше, потому что тяжелая колесница появилась. Я не думаю, что тут надо нападать уже. Так, мне надо где-то коммерческие районы сделать. Давайте на строителей поставлю. Вот так пока. Плюс 5 против варваров, мне кажется, уже не надо. Оборонительную тактику можно для плюс 100 к стенам. Можно стену, кстати, тогда тут пока отменить и тоже строителя сделать. Я уже не думаю, что имеет смысл на меня нападать с такой... силы армии, а сейчас я еще апну, ну не знаю, не буду, наверное, арбалет пока апать, но такая возможность у меня есть. Блин, тут еще и образование вон рядом. Сначала, наверное, промышленную зону открою, а потом универ. Так, все, я тут открыл. Ну, территории немерено здесь, конечно. Для меня получается. Заселяй не хочу. Так, эту, наверное, игра вот тут предлагает ставить. Но я бы, наверное, сюда поставил. Очень крутая клетка просто
не удержался купить. Три хода поселенцы. Я бы строил и строил. У нас проблема с культурой на самом деле. Наука, ладно, но без культуры нам тут слабенько все будет. Да, и он уже в средневековье, кстати, по социальным политикам. Я считаю, нечестно. Кто за то, чтобы Рим кикнуть из игры? Мне показалось, что это перс сказал. Ну, кстати, исторично Рим победил Персию. Да, да. Но было бы еще историчнее, если бы это был Александр Македонский. Ураган четвертой категории снизу. Так, кстати, поторговать у нас никто не хочет. Из соседей. Я хочу с тобой поторговать. О, отлично. Стоп, подожди, а почему у меня одна оливка написана? А, я, наверное, вторую с города-государства имею, с Валетты. Да. Ну, в общем, кинул сделку Рим. А ты в Союзе скоро лишь? Это Рим спрашивает? Да. А зачем нам с тобой союз? Мы что, разве даже торговать сможем? Ну, я в тебя пускаю. Прикол. А почему ты в меня пускаешь? Нифига себе, точно. Ну, в тебя, потому что дороже, чем в Гельгемину. Три каравана прям ко мне? Или просто дороги хочешь ко мне провести? А, не по морю. Второе. По морю? У меня даже каравана на море. Тьфу, города на море нету. Это они через типа что? Через море, а потом к тебе. Но они дороже. Нихрена себе. Именно, так что... Интересно, почему? Ну, у тебя кампус, наверное. Один. Так, ну пора Пингалу, наверное, уже куда-нибудь назначать. Наверное, в Сеул. У нас вообще есть шанс, что 6 ходов, 13. Мне кажется, надо все-таки купить одного миссионера, чтобы религия быстрее работала. А, святилище для этого, священное место надо. Как его, святилище, да. Оракул. Через 10 ходов перерыв, да, традиционный? Да. Да, кстати, было бы неплохо. Так, а что эти продают? Мечников.
На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.